сам напомнил, что была твоя команда. Так да, что, так да. Случается, не знаю уже какая игра. Получается им забивать, получается, не получается шестой. Но самое главное, что мы сегодня положили все свои силы и победили. Это самое главное. 3 очка сейчас против лидера. Мы показали, что мы готовы и можем играть и бороться за самые высокие места. Отдельное спасибо хотел сказать болельщикам, которые пришли в этот день и гнали нас вперед. Это победа как наша, так и их. Всем спасибо. Ну, такой момент еще, пенальти. Ощущение было, что игра нервов, и вратарь смотрел, как ты бил 11-метровый. Тут не надо смотреть на вратаря, а просто если ты ударишь хорошо, там даже вратарь угадает, не угадает, все равно он его не отобьет. Ну, второй гол. Исполнение получилось довольно эффектным. Ну, сыграл на опережение, защитника прокинул, уже вывалился к воротам и решил пробить на скат. Получилось неожиданно для вратаря, поэтому все хорошо. Ну, получается, смотри, вот этот неожиданный удар у тебя с носка в прошлом туре, Максимчук в ближний угол. Да? Работает? Главное бить створ, а там дальше залетит.